Занятия по дыхательной гимнастике проходят на базе Дворца спорта «Видное» и пользуются большой популярностью у старшего поколения. Данная методика считается уникальной, так как у нее нет аналогов во всем мире. Вдох носом вместе с движениями, сжимающими грудную клетку. Такая система включает в активную работу все части тела. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проводит занятия Людмила Лозинская, которая сама освоила метод 5 лет назад. Теперь с удовольствием делится знаниями с участниками активного долголетия. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой убирает все заболевания хронические. То есть мы дышим правильно, упражнение с движением. Потом пропеваем звуки. Вот, и делаем разминку, чтобы для дыхательной гимнастики не болит сердце, давление нормализируется, ходим мы лучше. Дыхательную гимнастику посещают около 50 человек. Самой старшей участнице Тамаре Краевой 83 года. Женщина признается, что регулярные занятия по Стрельниковой снимают напряжение в мышцах, появляется бодрость и улучшается настроение. Дает положительный результат. Как-то, знаете, бодрит, что ли, вот так вот. Я, во всяком случае, чувствую себя очень хорошо в этом плане. Вот и продолжаю ходить сюда. Стоит отметить, что уникальная методика показана людям разных возрастов. Я рекомендую всем, так сказать, лицам не только пожилого возраста, так сказать, но и молодежи участвовать в таких мероприятиях. Участвовать, не бойтесь, пусть это, оставайтесь, так сказать, молодыми, жизнерадостными. Также на занятиях делают 5 специальных дыхательных упражнений для профилактики коронавирусной инфекции. А в заключении каждого урока проводятся различные тренинги и коммуникативные игры. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.